Всем привет! Сегодня мы окажемся в Федеральном центре консервации библиотечных фондов РНБ. И прямо сейчас я покажу вам интересный процесс, который может увидеть только избранный. Друзья, здравствуйте! Сегодня мы хотим познакомить вас с технологией создания бумажного листа методом ручного отлива. Такой лист может быть использован в качестве реквизита на съемочной площадке, в качестве простого подарка, или же на нем может быть воссоздан документ разного исторического периода. Ну и как вы догадались, в библиотеке в нашей уже освоены технологии его производства. Что ж, приступаем. В первую очередь мы берем целлюлозу, она уже замочена, и перемещаем ее к специализированному оборудованию под названием ролл. Нам нужно добавить воды. По маленьким кусочкам целлюлозу добавляем в воду. Таким образом происходит процесс распуска. Целлюлоза по своему происхождению бывает различных видов, но в данный момент у нас в работе целлюлоза хлопковая. Целлюлоза взвешена на данный ролл, ну, при определенных технических условиях, конечно, требуется 40 грамм сухой целлюлозы. Объем воды в роли 4 литра. Предварительный этап завершен. Оставляем целлюлозу на полчаса. Ну вот, через полчаса настает процесс для целлюлозы самый важный. Это присадка. Присадка нужна для того, чтобы нам сделать определенную степень помола данной целлюлозы. Присадка осуществляется поворотом верхнего колеса вниз. Ну что ж, после 20 минут размола целлюлозы у нас получается масса вот такая вот, из которой, собственно говоря, и можно сделать лист. А лист у нас будет необычный. Лист мы будем с вами делать по технологии верже, вот на такой рамке. Для качественного изготовления листика нам необходим вот такой инструмент. Называется просто весло. Зачерпываем. Лист готов. Теперь мы отправляем его в пресс на сушку.